Пока запускается презентация, рад вас всех поприветствовать. Итак, на слайде, который вы видите, довольно показательная динамика. За последние 5 лет мы можем видеть, что относительный рост зарплат в сфере IT превысил другие отрасли экономики более чем в 2 раза. При этом вы можете сказать, что куда может быть рост больше? Специалистам скажут, что это далеко не предел, потому что рынок испытывает острый недостаток в специалистах, но не просто в специалистах, а в квалифицированных специалистах. Многие работодатели готовы платить достаточно серьезные деньги, но при определенных условиях. С некоторыми из этих условий мы попробуем с вами разобраться. То, что вы видите сейчас, это движение средней заработной платы в долларовом эквиваленте по различным странам, в частности СНГ. Сфера IT позволяет как раз-таки раздвигать границы и не останавливаться на поиске работодателя на территории нашей страны. Многие компании, в первую очередь IT-компании, имеют офисы в различных странах. Вы можете, никуда не уезжая, оставаясь на территории Республики Беларусь, получать вполне европейские или американские зарплаты. Вы можете сказать, что да, но для этого нужен английский. Может быть, но далеко не всегда, потому что существует большое количество компаний, которые работают с рынком России, Украины, Казахстана. Это огромный рынок, и о нем никогда не стоит забывать. Также стоит отметить мотивацию, которая помогает людям переходить в сферу IT. Помимо зарплаты, но это банально. Есть также, по исследованиям, которые проводились, в первую очередь многие респонденты выделяют гибкий график. Гибкий график – это все очень здорово, это на самом деле очень удобно. Как человек, который отработал некоторое время в банке, я могу сказать, что та ситуация, когда тебя жестко контролируют, даже если ты задержался и отметился на 20 секунд позже, для тебя могут последовать негативные последствия. IT-компании традиционно как раз-таки считают, что гибкий график – это очень удобно. Это удобно не только для работника, но и для работодателя, потому что работник знает, что если есть необходимость, он может решить какие-то свои дела до либо после работы. В некоторых случаях с работодателем можно также договориться и во время рабочего дня уделить некоторое время собственным делам. Это позволяет в первую очередь сосредоточиться работнику на выполнении своих профессиональных обязанностей и не отвлекаться ни на что другое. Также многие компании забывают о том, что необходимо заниматься обучением и развитием своих сотрудников. Многие компании говорят о том, что зачем мы будем учить работника, он поработает там полгода, год, отучится и уйдет куда-то в другое место. IT-компании как раз-таки считают, что только инвестируя в собственных сотрудников, они могут быть успешными, это на самом деле так. В IT-сфере все меняется слишком быстро для того, чтобы останавливаться на тех людях, которые пришли сейчас и не получают никакого развития. Таким образом, большая часть IT-компаний для своих сотрудников предусматривает всевозможные курсы, тренинги, языковые курсы, которые помогают работникам не только иметь возможность выхода на какие-то международные рынки, работать и участвовать в международных проектах, но тот же английский помогает читать литературу, а литература самая качественная. Она, как правило, англоязычная. То, что мы получаем в переводе, оно не всегда высокого качества и в некоторых случаях очень сильно запаздывает. Остальные бонусы, которые вы видите, они призваны в первую очередь сделать работу более комфортной. Сделать так, чтобы работник просто иногда даже забывал уходить домой. Если вы все еще сомневаетесь, то вы можете почитать высказывания некоторых специалистов в сфере IT, которые добились значительных успехов. Это связано в первую очередь с тем, что IT развивается очень быстро. И эпоха Microsoft DOS, она ушла уже далеко-далеко. Многие технологии развиваются настолько быстро, что потребители иногда не успевают за ними, но зачастую те требования, которые мы предъявляем к программному обеспечению, они очень высокие. И недостаточно уже, чтобы обычная программа была программой.
Это уже некоторая философия. Это, если хотите, решение, которое предлагают компании нам с вами, потребителям. Вспомните о том, каким образом мы пользовались, например, услугами такси 10 лет назад. И что у нас происходит сейчас? Сейчас есть Uber, который позволяет вообще исключить необходимость общения даже с таксистом. При этом, по данным Forbes, тренд по увеличению количества гуманитарных специалистов в IT затронул не только небольшие стартапы, но и таких гигантов, как Apple, Google, тот же Facebook. На представленном графике вы можете посмотреть количество специалистов, которые являются техническими специалистами, и количество гуманитариев. Изучив более 60 тысяч профилей специалистов, Forbes пришел к выводу, что из всех выпускников, которые строят свою карьеру в Силиконовой долине, только 30% являются техническими специалистами, остальные — это гуманитарии. Это подкрепляется также и теми данными, которые размещают в вакансиях тот же Facebook и Uber. Соотношение еще более разительное. Давайте посмотрим, что происходит у нас сейчас. Как правило, большая часть респондентов мотивированы к изменению и получению дополнительного образования, получением новых навыков для того, чтобы изменить род деятельности, которым они занимаются сейчас, повысить свою квалификацию для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Может быть, повысить свою квалификацию для того, чтобы сместиться не в рамках компании не вверх, а в сторону, а также в принципе получить дополнительное образование. Как вы видите на втором графике, возраст тех людей, которые получают дополнительное образование, от 24 до 27 лет. Это самый экономически активный возраст. В частности, я считаю, что вот именно явное выделение людей этого возраста говорит о том, что, получив высшее образование, поработав некоторое время, люди, к сожалению, либо разочаровываются в той специальности, которую выбрали, и начинают искать что-то еще, либо понимают, что тех знаний, которые были получены в ВУЗе, недостаточно для того, чтобы работать эффективно. Возможно, это связано в том числе с тем, что наше академическое образование, к сожалению, часто дается теоретиками, которые несколько оторваны от того, что требуется на рынке на текущий момент. И здесь вам могут помочь, конечно, всевозможные курсы, которые проводятся как просто учреждениями образования, различными консультативными компаниями, так и курсы, которые проводят сами разработчики, сами IT-компании. Меня предупреждают в регламенте. Итак, что же мы можем сделать? В первую очередь, это выбрать направление развития. Следующим шагом необходимо определиться, какие квалификационные требования предъявляются к той или иной специальности, и получить необходимый практический опыт для того, чтобы быть успешным. Какие же двери открыты для гуманитарии? Вы видите, что специальностей, которые доступны, очень много. Это и можно развиваться в сфере маркетинга, в сфере дизайна, в сфере тестирования, быть специалистом службы технической поддержки, бизнес-аналитиком, может быть, технический писатель, может быть, это будет бизнес-переводчик, либо специалист по обучению. Есть некоторые требования, которые предлагаются, и то, что каждая компания хочет видеть, например, у специалиста по маркетингу. В настоящее время это уже не просто тот человек, который всего лишь знает, что хочет рынок. Этот человек должен уметь работать одновременно со всем, и часть того, что раньше им не требовалось, это в том числе и аналитика, это наполнение контентом, это в том числе и генерация идей, и здесь креатив. Гуманитария будет как нельзя кстати. В том числе это и менеджеры продуктов, менеджеры проектов. На представленном графике по исследованию, которое проводилось, наиболее часто обязанности, с которыми менеджеры проектов наиболее часто встречаются. Помимо этого, я хотел бы вам зачитать несколько ответов практиков.
Я внешний продакт-менеджер. Я уделяю внимание с клиентами, общению с ними столько же времени, сколько и самим продуктом. Также я взаимодействую с отделом маркетинга, генерирую идеи для создания контента. Следующий. Я руковожу стратегией развития продукта вплоть до его разработки, внедрения, работаю с руководителями разных департаментов от продаж и маркетинга до разработки. Как вы видите, те же менеджеры проектов, они далеко не всегда занимаются только лишь разработкой чего-то нового, но также им необходимо и контактировать с различными подразделениями. Также очень востребованными являются и специалисты по юзабилити. В настоящее время это не только аналитики, это не только те люди, которые понимают пользователя, но они также должны быть в некотором роде дизайнерами, потому что тонны аналитики без итоговой картинки не нужны никому и не интересны. При этом не следует забывать о том, что, например, в США на университетском курсе для данных специалистов более половины дисциплин начинаются со слова «психология». Также для гуманитариев открыты двери тестировщики. Они, на мой взгляд, вообще люди совершенно особенные. Они призваны не просто проверить то, насколько качественно и соответствует спецификации программное обеспечение, но они призваны сделать таким образом, чтобы у нас вообще не возникало никаких вопросов в работе с той или иной программой. Это также и специалисты службы технической поддержки, я сейчас говорю в первую очередь о первой линии. Это те люди, к которым обращаются со всевозможными проблемами, консультациями, и они должны за короткий промежуток времени дать исчерпывающую консультацию. Им необходимо владеть как некоторыми знаниями психологии для того, чтобы работать, в том числе с людьми, которые находятся, может быть, на грани истерики, когда им необходимо сделать что-то очень быстро. Но в то же время они должны обладать и некоторыми техническими знаниями для того, чтобы понимать, каким образом можно решить проблему. Более того, я сторонник того, чтобы эти специалисты не были технарями, потому что они должны разговаривать с пользователем на одном языке и в некоторых случаях не ругаться матом, бросая всевозможные термины, которые пользователи совершенно не понимают. Это и бизнес-аналитики, причем они могут быть совершенно разными. Это и аналитики, которые работают с требованиями, готовят тендерные документы. Это и бизнес-аналитики в чистом виде, которые работают с пользователями и работают с командой разработки. И они должны быть некоторыми посредниками и трансляторами того, что хочет заказчик, и реализации этих пожеланий, требований в тот готовый продукт. Это и системные аналитики, которые должны понимать, каким образом то или иное дополнение, то или иное требование может быть реализовано в системе, и при этом система не сломается. Это и бизнес-консультанты, это те люди, которые могут прийти в компанию и рассказать, каким образом можно правильно работать. Правильно работать в условиях информатизации, автоматизации деятельности. Это и технические писатели. Это люди, которые находятся вообще на стыке всего. Это люди, которые должны быть достаточно широко эрудированы, они должны хорошо и грамотно писать, четко, ясно и лаконично излагать свои мысли и быть абсолютно педантичными. Понимать, на какую глубину необходимо сделать тот или иной документ. Итак, почему же все-таки именно гуманитарии? Именно гуманитарии обладают на самом деле широким внутренним миром, они развиты всесторонне. Они обладают очень высоким творческим потенциалом, и для гуманитариев одно из основных свойств — это креативность. Гуманитарии умеют слушать, слышать и убеждать. В настоящее время, если мы говорим о проведении всевозможных совещаний, то из 10 совещаний только 2 посвящено технологиям и каким-то особенностям производства, и 8 посвящены работе с клиентом. Это и проницательность, потому что именно гуманитарий может посмотреть на ту или иную вещь под совершенно разными углами. Технари, как правило, смотрят в привычных им измерениях. Гуманитарий может посмотреть и немножко сбоку, и зайти немножко сзади. Итак, завершая свое выступление, мне бы хотелось отметить, что сегодняшний выпуск книг — это
прежде всего динамичный, открытый новому, целеустремленный и развитый человек. Но при этом не стоит забывать о том, что многие выпускники, приходя на работу, считают, что они все знают, все умеют и хотят сразу всего и безумные-безумные зарплаты. До этого момента предстоит поработать еще очень много, узнать много-много всего и разного. Поэтому мечтайте правильно, делайте свой выбор, учитесь, развивайтесь, совершенствуйтесь. Все зависит только от вас. Спасибо. Спасибо большое за выступление. У нас еще есть 10 минут на вопросы, поэтому, если они у вас есть, поднимайте руку, мы вам дадим микрофон, и вы с радостью сможете спросить что-то интересное. Ну, не стесняйтесь. Ну, раз вопросов нет, давайте еще раз поблагодарим нашего спикера.